Молдова, хоть и небольшая страна, но в ней есть что посмотреть, есть где отдохнуть душой. Приглашаю вас в монастырь Курки. Вы видите, какое это красивое, уединенное место, благодатное место, куда хочется вновь и вновь приходить. О истории монастыря я рассказывать не буду. История монастыря будет в описании под видео. Святой источник, можно напиться. Прогулка по монастырю, который основан в 1773 году, оставит неизгладимое впечатление. Везде ухожено, красиво. О монастыре и его территории у меня есть видео. А я приглашаю вас пройти вместе со мной и увидеть, что же оставила нам история. В Молдове я посетила монастырь, расположенный на севере нашего государства. Калорашовский женский, а это мужской монастырь. В обоих монастырях благодать, уединение, душа отдыхает. Я приглашаю вас пройти вместе со мной, подумать, помолиться, есть чему помолиться в наше неспокойное время. Всего доброго! С вами Екатерина Снытко и мой канал «Как прекрасен этот мир». А мир наш действительно прекрасен, и так хочется его сберечь для наших детей, для наших потомков. Пусть видят ту красоту, которая создана годами. Мира вам в душе и мира на земле.